Лидер «Свободы» Олег Цигнибок раскритиковал поведение Игоря Мирошниченко и заявил, что тот готов отказаться от депутатской неприкосновенности и предстать перед судом. Как политик, он должен был руководствоваться не эмоциями, а холодным рассудком, несмотря даже на те потрясения, которые мы все пережили и переживаем. Власть должна использовать другие, абсолютно легальные рычаги люстрации, с проведением которой мы, к сожалению, опаздываем. Нам, еще вчера оппозиционным политикам, надо понять, что мы перестали быть оппозицией и теперь являемся частью власти.